дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется. Рада видеть вас в добром здравии. Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках. Я знаю, вам нужен отдых. Но думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии. Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего. Европейский контингент Альянса отошел на базу в Исландии. Это их последний, отлично укрепленный оплот в Европе, и защищают его лучшие пилоты стран Альянса. Генерал Крюков окажет вам помощь в очередной раз. Кроме того, вы получите доступ к супероружию класса «Железный занавес». Победа будет за нами, командир. Последний крупный военный объект союзников в Европе – авиабаза имени фон Эслинга. Если мы ее уничтожим, мы сможем взять под контроль всю территорию Европы. Ваша задача проста – уничтожить расположение авиабазы и ликвидировать ее. Операция крайне важна, и поэтому генерал Крюков снова будет осуществлять непосредственное руководство. В данном районе крайне сложно проводить войсковые операции, поэтому желаем удачи. Для победы над силами Альянса подходит любая помощь. Потратьте эти деньги на создание ударной группы. Идет строительство. Получено новое задание. Европа под властью Советского Союза – это правильная мысль. Что ж, мой друг, выдвигаемся. Я прикрываю. Инженер нужен! Что это? Я и так в прекрасной форме. Инженер нужен? Строительство завершено. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Готовы! Можно начинать! Приветствую, командир! Как можно заметить, я здесь. И теперь уж вам не сдобровать. Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. БТР Голиаф, к бою готов. Идет строительство. Объект уничтожен. На союзника напали. Идет БТР Голиаф, к бою готов. На союзника напали. Строительство завершено. Доступны новые постройки. БТР Голиаф, к бою готов. Здесь я чувствую себя как дома. Идет строительство. БТР Голиаф, к бою готов. Генерал Крюков лично будет командовать войсками. Я уже здесь. Как старший по званию офицер требую.
передать часть ваших подразделений. Ведь мы же с вами солдаты. Один за всех и все за одного, верно? Что-что? Строительство завершено. Ну ладно, мне и правда на базу пора. Напали. Обнаружена база противника. Да? А что это там? Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет строительство. Обнаружена база противника. На союзника напали. Строительство завершено. Да? Мы в походе. Идет строительство. Обнаружен противник. Готовы применить железный замок. Ну как, братишки, готовы к драке? Нефтяная вышка захвачена. На союзника напали. Объект под огнем. Эй! Строительство завершено. Да. Ну, наконец. Идет строительство. Строительство завершено. Дополнительное задание выполнено. Идет строительство. Обнаружена база противника. Товарищи, настал наш час. Идет строительство. Строительство завершено. К работе готов. Строительство завершено. Идет строительство. Ну как, братишки, готовы к драке? Обнаружена база. Россия, правь над волнами! Коммунисты, вперед! Обнаружен противник. Команда дредноута к бою готова. На союзника напал. Обнаружен противник. Готовы сбросить зонд. Готовы начать магнитную бой. Подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Идет строительство. На союзника напали. Обнаружен противник. Россия, владычица морей! Подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Строительство завершено. Недостаточно. Идет ремонт. Что? Что тут такое? Обнаружен противник. Остаемся на глубине. Глубины моря должны быть свободными. Недостаточно средств. Объект под огнем. Идет строительство. Приостановлено. Недостаточно средств. Подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Обнаружен противник.
Строительство завершено. Обнаружена база противника. Недостаточно средств. Давление растет. Остаемся на глубине. Приостановлено. Транспорт Голиаф на связи. Куда скажешь, туда и пойдем. Средств. А вот и обнаружен мы. Противник. Подлодка Акула готова выйти на рейд. На союзника напали. Строительство завершено. Ты что-нибудь видишь? Вперед! Идет строительство. Обнаружен противник. Мы смогли раскрыть очередной заговор, полковник. Наш предатель генерал Крюков. Он та грязная сволочь, которая стояла за покушением на мою жизнь. Убейте же его. Уничтожьте, пока он не смог погубить нас всех. По приказу генерального секретаря, теперь вы должны заняться Крюковым. Вы что творите? На меня-то зачем лезть? Вы хотите сразиться со мной? Что ж, тогда пощады не ждите. Что происходит? Они воюют друг с другом. Мы будем сражаться до последней капли крови. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Идет строительство. Зарядка батареи завершена. На союзника напали. Идет строительство. Зарядка батареи завершена. На базу напали. Обнаружен противник. Идет строительство. Зарядка батареи завершена. Строительство завершено. Зарядка батареи завершена. Каратель, техосмотр прошел. Обнаружена база противника. Зарядка батареи завершена. Каратель, техосмотр. Россия, правь над волнами. Зарядка батареи завершена. Техосмотр прошу. Недостаточно средств. Я остановлен. Обнаружен противник. Объект под огнем. Недостаточно. Жду приказа командования. Готовьтесь к передвижению по воде. Это не моя вина! Строительство завершено. Отмена. Недостаточно средств. Отмена. Каратель, техосмотр прошу. На базу напали. Готовы перейти. Железный танк. На союзника напали. Готовы начать сильную магнитную бурю. Идет ремонт.
Каратель, техосмотр прошу. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Ну как, братишки, готовы к драке? Строит базы там, куда лампочка Ильича не светила. Ну как, братишки, готовы к драке? Обнаружена база противника. Где строите? Каратель, техосмотр прошел. БТР Голиаф, к бою готов. На союзника напали. Где подготовка? Недостаточно сил. Эх, прокачу! БТР Голиаф, к бою готов. Недостаточно. Инженер нужен! Владимир Ильич, поспешишь, людей насмешишь. Кого тут подвести? Что вы сказали? БТР, с этим я справлюсь. Недостаточно. Проверить оборудование. Голиаф на связи. Может, у вас найдется еще минутка? БТР, Голиаф. Скат на связи. Это должно сработать. Каратель, техосмотр прошел. Жду приказа командования. Ну что, отправимся на экскурсию? Каратель, проверить оборудование. Я смотрю, вам все равно с кем сражаться, верно? Ха, смешно. Доступны новые области. Гарнизон авиабазы осведомлен о нашем присутствии. Соблюдайте осторожность. Получена новая задача. Поблизости находится ускоритель частиц. Вы должны помешать противнику задействовать его. Действуйте! Обнаружен противник. На базу напали. Да? Там что-то есть? Ха! Весело! Готовы начать сильную мою. Схемы в порядке. Товарищи, настал наш час. Обнаружена база противника. Да. Идет строительство. Вы готовы, и я готов.
Насмешишь, людей насмешишь. Каратель, техосмотр прошу. Союзника напали. Укажите цель. Объект под огнем. Объект уничтожен. Каратель, техосмотр прошу. Оно прочь от моего сгада. Кто хочет еще? Капитализма неизбежен. Ракеты, пуск. Раз капитализма неизбежен. Каратель, техосмотр прошу. Мы готовы, мы его убили. Поведем зачистку.
первая остановка. На базу напали. Готовы сбросить спутник. Надеюсь, все здесь верные трещаки. Приказ ясен. Наш комбайн уничтожен. Продолжать движение. Идите, не добители буржуи. Идет его. Обнаружен инженер противника. Каратель на связи. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Моя стихия. На базу напали. За мирное небо. Штаб, Ник на связи. Нам нужен мир. Ну что тут есть для меня? Воздушный бой, моя стихия. Меня побили. Гарпун топлива хватит. Мир на земле. Русские не сдаются! Открыть огонь! Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Враг будет разбит. Каратель на связи. Куда мы направляемся? Задание выполнено. Надо обсушиться. Мне это нравится. Большой брат следит за вами. Вперед! К победе! Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Оружие к бою! Россия, владычица моя! А врагам создадите! Огонь! Цель уже намечена. Скорость на максимум. Ситуация под контролем. Открыть огонь! Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Недостаточно средств. Готовы применить гравитационный спутник. Каратель на связи. Каратель, техосмотр, прошу. Обнаружен инженер противника. Недостаточно времени. Большой брат следит за вами. Обнаружен противник. Установим здесь советский порядок. Продолжать движение. Каратель, техосмотр, прошу. Объект под огнем. Надеюсь, все здесь верные присяги. Нужно осмотреться. Он вообще предатель. Это ему с рук не сойдет. Оружие к бою! Чертов предатель! Какой вы солдат! Ваше время придет! Обещаю! Гори, старый дурак, ты это заслужил! Я честно служу! Проведет зачистку местности! Открыть огонь! Огонь! Вероятный противник обнаружен! Крюков опять украл у нас победу. Он только о себе и думает. Превосходно, товарищ! Этот Крюков наконец получил то, что ему причитается. Я же знал, что могу на вас рассчитывать. Товарищ командир! За один день мы разбили Альянс и уничтожили предателя. Это было хорошее время, друг мой. Надеюсь, когда-нибудь мы поработаем вместе. Крюков